Короче, ребятки, на фоне вот этой офигенной елки я решил сегодня попробовать. Давно хотел это сделать, не знаю, вот только сейчас, получается, руки дошли. В принципе, спустился до магазина, докупил замечательные ириски. Вот. Надо было найти еще специальные ириски, не обычные там какие-то, а именно вот ириски «Золотой ключик». Они зубодробящие, это зуболомы. Вот. И сегодня... Я хочу попробовать 10 штук сразу заживать. Вытащишь вместе с челюстью, да. Просто. О, вот смотрите, вот они все. Да, и вот хочу узнать, получится ли у меня вообще пережить это. Вот одну уже распаковал. Так, пошла. Что ты на меня смотришь? Дурачок ты ли? Короче, пока я это буду делать, я с вами буду общаться. Хотя это неприлично, наверное, да, с блондинкой, но там же начать. Ну, просто уже... непонятно половину, что там говоришь. Ой, капец, собака какая. Давай разворачивай следующую. Это только одна, блин. Я подписал себе. Короче, это такой небольшой челлендж. Но в честь 300 000... Вторая пошла. Подписчиков. Хорошо, не 300 ирисок ты в рот себе засунул. У нас была идея напихать 300 ирисок в рожде. Угу, а потом мы отчитали 100. А мы отчитали 100 и... А решили 100. Какие 100? 10. Отчитали 10. Твою мать. А, ирисков. Не, забыл. Вот, 300 тысяч подписчиков, ребятки, это обалденная вообще цифра, прям вообще жесть. Я чувствую, как отходит от Дисней. Жу. А, сука. Больно. Это, по-моему, несовместимо с жизнью такое делать. Я хихоньки-хахоньки, но начинаю испытывать некую боль. Следующую. Да, на катану. Так, ну все, он вроде утрамбовал это в один большой шарик. Следующая пошла, давай. Добавляю к этому комку безумия. Да ну нахрен. Давай. Тебе это будет четвертая. Давай, Лев. Пока мне не стало слишком плохо, я хочу сказать вам спасибо. За спасибо, в смысле, за подписку. 300 тысяч! Господи, ты же не перец красный ешь, ирис. Итак, Лев утратил способность говорить. И теперь его лицо становится все страшнее и страшнее. Уберите детей от экранов, мы продолжим. Лев, как ты? Детей и кошечек, собачек. Господи, это что за криповые морды у тебя? So slow. Ладно, это была какая? Четвертая. Четвертая, смотрите, еще осталось. Шесть. Еще шесть осталось. Давай, ты даже половину не схавал. Нахрена я это вообще выдумал? Сука! Говорит, надо 100 сожрать. Давай 100 сожрем. Не вздумай. Окей. Это, давай. Вот это пятое. Пятое. Твою мать, бля. Да не грызи ты ее, Лёва! А, хухая, попалась. Это зуболом, бля. Да ты не грызи ее. А! Зубочистки. Я повторю. Зубочистки мне найдется, сука. Так он устал шепелять. Ну-ка скажи. Шеп. Я заработал еще один день. Еще один день. Идиот, прекрати. Дефекция, блядь. Я не могу, у тебя пятая риска, потому что жопу, сука.
нахрен! Серьезнее, Лев, серьезнее. Куда хирурги? Лев, тут публика, тут несколько тысяч человек. А, тут ёлка, блядь, я тебе вообще его выкинуть надо уже. Чё? Зубочистку нужно. Давай, седьмую положишь, тогда принесу тебе зубочистку, Лёва. Тебе легче. Простите, ребят. Мой язык будет прочен, как сталь после этого. Не теряй этот груз драгоценный. Давай, какая это? Шестая. Какая? В попу иди. Что это? Давай. Давай, шестая. О, господи, это ужасно, Лев. Я чувствую себя хищником, знаешь? Лев, фу, не надо, прекрати, закрой рот лучше. You motherfucker, ugly motherfucker. Все, пошла. Шестая. Шестая мальчик там катается, как будто бы на самокате, на самом деле, это какая-то доска с колесами, типа вот доска с колесами. Мини-скейт. Ой, ни хрена себе. Мальчик, у меня сегодня 300 тысяч подписчиков. Подписывайся на канал Софлайт. Седьмая. Лев, мы что-то сломали. Хихипис. Сломала, блин. Да куда, не в эту сторону. О! Блин, Лёва! Сломаешь вообще. Казённая. О, мягенькая попалась. Ни хрена себе, если была седьмая. Семь фантиков, точно? Седьмая была очень мягкая. Очень мягкая. Скорее всего, подсоченная. Она потеряла сразу, где-то там в комке общих. Видишь, как я у тебя во рту. Семь. Семь грёбаных яичек. Ты думаешь, где мой рот? Куда делать мое пространство во рту? Нужно делать форматирование. Господи, эти лица. Просто в хоррор рисовать. Восьмая пошла. Давай, Лев, осталось две. О май гад. Она очень твердая. Восьмая. Если не на ней. Теперь вы знаете любимое число Леона. После восьмой, знаете, наступает усталость. Моя челюсть после сегодня просто так вот, я говорить не могу, потому что, ну, Лев, надо. Расскажи, как тебе? Все прилипло нахер. Вот левая часть, когда, знаете, вот строительный пенобетон просто вот. А зачем ты ее насквозь-то жуешь? Ее надо жевать вообще аккуратненько и риски, чтобы зубам не прилипло. У меня два ряда верхних зубов, как думаешь? Буду я вообще тут... Это церемоница, блин. Ну вот к чему перевело твоя гордыня. Нормально все. Терпимо, блин. Только походу я вот эту вот этот вот весь комок, он затверденеет сейчас и будет вместе с челюстью потом какое-то время жить. Слушай. И слюнями будет омываться. Фу. Короче, будем собирать потом Леона на стоматолога на замену полностью двух челюстей. Далее. Давай, давай, девятая. Давай, Лёвка, я в тебя верю. Опа. Ласт. Ну, сразу. Что, сразу решил? Угу. Ну, давай. Не надо тянуть кота за хвост. Опа. А ёпта, ну, бляха, муха, прищепка, как же тебе повезло-то, а, блин, мне не повезло, а меня 10 рисок во рту. Как ты думаешь, тебе после этого придется идти к логопеду? Психиатр. Кому-кому? Психиатр, пожалуйста, путевку мне сварили. Да, а какая конфетка была после пятой?
ириском. Ну, седьмая была мягком. А до седьмой какая была? Твердая. Стебёрная, там мы только посмотрите на неё, а что ты угораешь без заказа? Я плачу уже. А я, блядь, что делаю? Ты хернёй страдаешь. Ау. Я все, я уже рыдаю. А теперь вопрос, я смогу ее хоть так еще погладить? Как ты сказал? Гав. Я уже устал, у меня челюсть устала. Если ты не можешь нормально что-то сказать, надо сказать раз, два, три, сосисочка. Давай. Да иди ты, да! Раз, два, три, сосисочка. Нормально получилось, слушай. Видишь, ты... У меня закончился, когда я стал это... Маленький ротик заиметь. Так и буду теперь. Здравствуйте, ребята, все остальное слиплось. Вот, я сейчас более-менее могу говорить, что так у меня... Она правда плачет, да? Надо. Просто слеза такая... Отсоединилась, летит такая... Как орешек вскрыл просто. А если бы у тебя были пломбы, они бы все повылетели нахрен. Лев! Сука, я не могу, это какая-то херня. Ты отвратительный. Откуда блин, вообще эта идея появилась в голове? Что понести? Бандички были? Сейчас бы квашу. Ну так, вот ты считаешь, это достойное поздравление подписчиков на вот 300? Нет. Я считаю, что нет. Я считаю, это вообще... Это даже не поздравление, это какая-то херня. Это если вы любите садизм и издевательство. Над людьми? Ой, пожалуйста, зашибись. Короче, в таком случае на 300 тысяч подписчиков я сделаю потом еще один ролик, но чуть попозже, ребятки. Я подготовлю для вас сюрприз. Вот. Мы сделаем нечто прикольненькое. Вот. А на этом, пожалуй, все. Я не знаю, что я буду делать с этой остальной частью этого дерьма, которая прилипла к моему губам. Мне кажется, что она настолько там уже закаменела, даже освоилась там, знаешь, мы сидим. Вот. Что можно сейчас пойти и что-нибудь уже есть. Используя вот эти вот все аманы. Они мне помогать будут жевать. Я больше ничего не хочу. Там вступит химическая реакция. В ротовую полость. Ничего не хочу. В ближайшие пару часов точно. Вот. Все-таки на этом, ребятки, всем спасибо за просмотр. Я не знаю, вы садисты, если вам понравилось, ставьте лайк. Всем удачки и всем тортик. Ага, сладкого побольше. Солнце зашло. Пока мы тут стояли. Надо меня снимать. Я плакаю. Может, тебе шпатель принести? А у меня хамуха. Чё, застряла девочка? А в ириске застряла.